Запускается барабан, и слышен такой неприятный звук. Его раньше не было. Вот так выглядит стертая щетка. Всем привет! В этом видео я покажу и расскажу, как выглядят электрощетки электродвигателя в стиральной машинке, которые подлежат замене. Вот у меня стиральная машинка буквально час назад закончил стирать, она был режим отжима, и я услышал очень сильный, характерный такой щелкающий, шкрябающий звук. Ну, он доносился внизу от электродвигателя. Ну, понятно, что там что-то с электродвигателем случилось. Раньше он был, ну, такой в 5 раз слабее. Вот сейчас он начал, прямо так начал трещать. Значит, я сейчас включу режим отжима и попробую заснять и записать этот звук. Запускается барабан, и слышен такой неприятный звук с таким потрескиванием. Вот он, слышен звук. Вот такой вот неприятный звук. Его раньше не было, вот буквально появился час назад. Значит, сейчас я подниму ее и покажу, в чем дело. Вот таким образом я установил стиральную машинку. То есть спереди ее приподнял на сантиметров 10-15. Вот стал стиральный порошок на угол в качестве упора. Сейчас я включу режим и туда под низ засуну телефон и попробую снять, как работает электродвигатель. Набирает обороты, и я сейчас смотрю вниз. Вот там щетка. Видно, как щеточка прогорает. А вот видно, как она трещит. Щеточка вот прогорает. Все нужно откручивать, снимать щетки и менять. Щетки уже стерлись. Вот так выглядит стертая щетка. Звук. Одна нормально, вот так выглядит рабочая щетка. Хорошая. А вот с этой стороны вот стертая, которая подлежит замене. Ну все, я выключаю стиральную машину. Все, подлежат замене. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пишите комментарии. Все, всем пока и удачи в ремонте.